Группа российских врачей работает в Первомайске, а прифронтовый город приехали медики из Рязани для оказания помощи местным. Они сразу же приступили к работе. Кто стал первым пациентом, узнавали мои коллеги. Здесь, в прифронтовой больнице, работы много. Медики сразу же приступают к процедурам. Первый пациент – боец с осколочными ранениями. Можно закрыть, язык высунуть. Хорошо. Все. Смотрим внимательно на конец пальца. Работа медперсонала сейчас проходит в непростых условиях. Поступление пострадавших бывает в большом количестве. Но, тем не менее, всем пациентам, пострадавшим, оказывается необходимая медицинская помощь. В большинстве в помощи нуждаются мирные жители. Однако в помощи здесь не отказывают никому, даже украинским военным, которые добровольно складывают оружие. Спасать жизни – привычная работа медиков. Мой профиль – это неотложная хирургия, или, как врачи говорят, экстренная медицинская помощь. Я врач, и моя основная задача, мой долг – спасать человека, жизнь человека, независимо от пола, возраста, национальности, вероисповедания и других там каких-либо факторов. Медики из Рязани помогают коллегам из ЛНР на добровольных началах. Они взяли отпуск за свой счет, чтобы приехать в республику. Четыре врача приехали сюда, в Первомайскую больницу, для того, чтобы помогать и оказывать помощь пациентам. В основном, конечно, пострадавшие в результате боевых действий, ну и в том числе с экстренными ситуациями обычным гражданам. Среди группы российских медиков Антон Савельев, студент 6-го курса Рязанского медицинского университета. В республику приехал с желанием помочь людям. Я давно занимаюсь волонтерством у себя в университете. 2 года руководил волонтерским отрядом скорой медицинской помощи. Какие-то навыки получил, много дежурил в областной клинической больнице города Рязани. Думаю, что чем-то смогу помочь и набрать опыта для себя тоже. Наши медики снова и снова доказывают, не важна национальность, происхождение и прописка в паспорте. Главное – спасти жизнь. Кроме того, напоминают наши врачи всему миру и о том, что русские своих не бросают. Надежда Остапущенко, Валентин Перминов, Артем Дубовой, Вести, Луганск, 24.